Здравствуйте, друзья! Сегодня армия РФ, уже по устоявшейся традиции, в очередной раз обстреляла ракетами мирный украинский город. На этот раз Запорожье. Пропаганда РФ утверждает, что Запорожье это русский город, Запорожская область это Новороссия, то есть какая-то там исторически российская территория. Но при этом по вот этому русскому городу армия РФ регулярно бьет ракетами. Заметьте, что по тем городам, где у них, по их же словам, сидят враги, они не стреляют. То есть по Вашингтону ракеты не летят. Там Латвия, Эстония, Литва, Польша, где тоже, по словам российских пропагандистов, враги, они туда тоже не стреляют. Но они стреляют по тем городам, где, по их же собственным словам, живут русские люди. Вот исключительно туда Россия гасит своими ракетами. Мариуполь, Харьков, Запорожье и так далее. Российское командование в очередной раз тупо наврало, что якобы этот удар пришелся по заводу Motor Sich, который выпускает двигатели для военной техники. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода Motor Sich, выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины. Это предприятие действительно производило вертолетные двигатели, которые в том числе поставлялись и в Россию для их военных вертолетов. Владелец Motor Sich это регионал Вячеслав Богуслаев, пророссийский политик, который входил ранее в партию регионов и всегда выступал за таможенный союз, за сотрудничество с Россией, за теснейшую торговлю с Россией, потому что ему выгодно было туда продавать свою продукцию. И когда началась российская агрессия еще в 2014 году, Богуслаев гневно выступал против разрыва связи с Россией. Он говорил, что надо дружить, нужно закрыть глаза на аннексию Крыма и ни в коем случае нельзя прекращать торговлю. Нужно дальше продавать в Россию вертолетные двигатели, потому что иначе он, Богуслаев, просто лишится прибыли. Нам запрещают работать с белорусами и россиянами. Когда это кончится? Молодец. А теперь вертолеты, на которых стоят в том числе двигатели с завода Богуслаева, обстреливают Запорожскую область и тех людей, которые когда-то за этого Богуслаева голосовали и голосовали за его партию регионов. Надеюсь, теперь он счастлив. Ну а сейчас даже не об этом. Когда российское командование заявило, что они вот этим ракетным ударом уничтожили завод Motor Sich, они опять банально наврали, потому что ничего другого, кроме лжи, со стороны российского командования не звучит. На самом деле они нанесли удар по гражданскому объекту, а именно по торговому центру «Аврора», который вот этим ракетным ударом был частично разрушен. «Аврора, смотри». И это в очередной раз доказывает одну простую вещь. Россиянам плевать, что обстреливать, кого обстреливать. Попадают они по гражданским или не по гражданским. Их цель просто причинить максимальный урон, максимальное разрушение. Им здесь вообще никого не жалко. Все эти разговоры про то, что они кого-то спасают, защищают, защищают каких-то русских людей, освобождают русские города. Это не более чем вранье. Они эти города не жалеют. Они население этих городов не жалеют, и любой, в принципе, российский обстрел это доказывает. Вот вы сейчас видите доказательства этих слов. Давайте обязательно поделимся этой информацией. Вот очень важно такие факты распространять, чтобы все знали, что на самом деле происходит, куда на самом деле Россия наносит удары. Поделитесь этим видео и обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине сейчас.